Всем привет, приветствую на своем игровом канале. Игра Евротрак Симулятор 2, версия игры 1.46, бета-версия. Обзор модового грузовика Renault Premium Тандемчик. Трехосный. Задняя поднятая оси. Вот у нас Renault больше на обзоре. Давайте мы его посмотрим. По кабинам одна кабина. По шасси тандем. Двигатели. Три двигателя. 386, 430, 460. По коробочкам две коробочки. 12 передач, 12 передач. Стартер. По салону. Вот, ребята, салон. Палочка. По салону. Эксклюзив. С навигатором. Поставим эксклюзив. По красочкам скинов нету, все красочки стандартные. Так. По аксессуару тюнинга нету. Зеркала основные. Стандартные таблички. Только что можно колеса изменить. Ставим отскани. Так, по салончику навигатор, на консоли, на приборной панели, свет положен, в лобовом стекле, висячие предметы. На палочку можно, мышку ставим. Также имеет свой прицеп собственности. Покупаем. Смотрим прицеп. По прицепу заходим. И конфигурация. Вот его на прицеп. Одиночный прицеп. Кузов один стороны. Шасси одно. Три оси. Красочка одна. По тюнингу ничего нету. Все так же остается. Покупаем. Так, грузовики. Так, возьмем сразу же прицепчик. Первый прицеп был зацеплен. Так, жалко, опять темно. Вот наше Рено, ребята, премиум. С прицепчиком зацепленным. Сейчас заведем мы его. Ось. Задняя ось поднялась. Так, ближний свет фар работает. Дальний работает. Аварийка. Аварийка работает у нас.
Сигналы. Сигнал присутствует. Так, по салончику. Навигатор работает. Окошко левая анимация есть. Правая анимация есть. Раз, два, три. Дворники, три положения, поскрипывают. Есть. Навигатор не работает. Работает только на панели. Сейчас заедем в гараж, посмотрим там. Посмотрим уже здесь как чего, дорожим. Я у него ручник не вижу. Так. Правый поворот анимация есть. Левый есть. Поехали, возьмем груз. Бортовой компьютер работает. Убрал этот я мод физика. Если при грузовик так не поднимал. Грузы есть. Упакованные продукты 17 тонн. Это.
Вот загрузились мы. Вот такой вот, ребята, был обзорчик на Renault Tandem. В принципе, неплохой грузовик, покатать можно. Всем спасибо за просмотр, увидимся в дальнейших видео. Всем пока, пока, удачи.